Всем привет, вы слушаете Алексея Халецкого, а смотрите продолжение ФФАшечки на восьмерых за нового лидера Конго, Нзингумбанди, не знаю, как правильно это склоняется. Если вы случайно наткнулись на это видео, то перейдите к первой серии, ссылка есть в описании в прикрепленном комментарии. Там ссылка на весь плейлист, собственно, в котором спонсоры канала, например, все серии могут посмотреть сразу. Большое спасибо им за поддержку. А всем вам приятного продолжения просмотра. Газаргаму неинтересно. Ну вот из тех, что тут есть, кого бы мне хотелось засоюзить? Да никого, в принципе. Медовые пробиотики. Финик, давай попробуем разбагать. Я там трейд кинул. Ну, а типа, ты примешь этот трейд? Я не а, вообще не можешь? Да, у меня просто все сделки висят, и я ничего не могу принять. I beheld the red. Не, Лёш, разбирайся с ним сам, короче. А что там такое? Да он что-то в один ход наклепал корпусов там. Типа из 300 силы сразу там под 1000. И откуда... Ну, говори. Веры у него много? Вот сейчас нет. Тогда я вот, кстати, на веру не посмотрел. Возможно, он реально за веру купил. Ошибка. Потому что, ну вот, у меня еще скаут стоял, типа, я смотрел, что, ну вот, у него города без стен, войска на подходе нет. Бац, откуда-то просто корпус пушек вылезает и там кирасиры, я что-то... Думал, будет легче. Всю веру буду на рок-группы тратить. Как, хоть, как, ну, попробуем туризмом, короче, что. Это Эмани тоже прокачаешь, я понял. Конечно. Дался тебе этот топ-мунт? Ну, надо так.
Наверное, радио сначала, потом переработку. Бля, ты на финике уже синтетические материалы прокачал? Ты там как, нормально? Нет, я еще не вышел. Но три хода туда. This intelligence brought us. Кстати, можно инквизицию еще учредить. Во, я придумал. Чтоб просто свои города быстрее убирать. Понят, сделка. Предложение, американец. Mm-hmm.
А сколько длится вот этот бонус кризиса до следующего кризиса? Нет, бонус кризиса... Какой именно? Не, не кризиса, я перепутал этого, а конгресса. До следующего конгресса, да. Понял, спасибо. Мне нравится, что написано, что Финикия победит культуру через 52 года, а не я. Нету на туризм ничего, да? Так, я один ход подожду, чтобы центр вещания сразу построить.
Че это у меня мания из окна до ушла? Война? Война? Не, сфабриковал скандал просто. Ее выпнули. Не переживай, она через ход вернется. Так там снова скандал будет. Один ход у тебя будет, а что уже перекупить никак? Сейчас туда тоже свою шпиону пошлю. Так, а какое мне правление нужно? Бля, что нету кнопки переключения юнитов? Реликвию создали. Так, а где у нас морские курорты вообще? Это лыжные. Ага, вот. Так, здесь тоже где-то престиж был. Да, здесь будет затоплено, к сожалению. И что только один курорт еще возможен вот здесь. Блин, не везде эти поставил центры вещания. Так, чудеса надо еще поставить. Во-первых, Христос Искупитель. Вот этого надо построить. Ого, что у нас тут? Вот этого надо. О, слушайте, плюс престиж клеткам. Я еще тогда смогу еще один курорт, по-моему, сделать. То есть я повышу престиж.
на уровень. Вот здесь в Мбанзимбата вот сюда можно будет. Так, а что я взял вообще? Что это за... Что они там делают? Присоединяет Горго к вашей империи. Ну что, Лахор? Захватим. Махенджи-Даро. Хотя можно и Махенджи-Даро, он как бы... Его бонус... Вот, американец, почему ты атакуешь меня, а не Финикию? Неужели я настолько опасный противник для тебя? Он к ней не пройдет физически, как и я. Да, в смысле, они на меня вдвоем сейчас напали, и вместо того, чтобы бить войска, которые захватывают мои города, он мне помогает Финикии. Ну, у Амера просто нету ресурсов. И с истребителями сидит. Чем я тебе помогу? Я тебя так-то не бью. Ну а в смысле, ты мне войну объявил, ты что-то бегаешь, убиваешь моих юнитов. Зачем? Ты разрабил мою кофе, я ее убил. Чтобы не смотреть, как ты рабишь? Ну да, но ты ж мне войну объявил. Зачем ты мне ее вообще объявлял? Чтобы в крысу рода спереть. Понятно. Не получилось. Ну ничего, не расстраивайся, я тут следующий по ходу. Да, мы финики не остановим, на самом деле, сейчас. Срочно нужны ядерки. Да ядерок еще как до Китая раком. Так, потому что не хватает угля. Может, кто продаст? Только Сикарея, да? Да чё все мониторы, блин? Везде археологические. А почему? Только на ровном месте, что ли? Вот престиж тут есть. Ладно, тогда давайте попробуем
убрать эти джунгли. И, возможно, ну, тут еще снижает, правда, вот эти рудники снижают престиж. Ладно, присоединим Махенджо-Даро. Где у нас еще театралка построена без... Или где не построена театралка? Вот в Банзи Конго не построена театралка, кстати. Но у нас тут пока и жителей нету. Торговца надо Корея, предложение. А термоядра у нас запрещены или разрешены? Запрещены. Для этого, Лёша. Я не услышал. Запрещены. Угу, спасибо. Накинь там, что тебе еще надо.
Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Know your own happiness. Рок-группы надо покупать. Надо в Кабасе тоже эти проекты на торговца читать. Так. Флотоводец. Линкор. Причем я его, наверное, удалю. Чисто, чтобы лишний уголь иметь. Япония, забери флотоводца. Так, 519.
Так, на клетках с чудесами. На морских курортах и гаванях. Театральная площадь у него есть? Есть. А, подождите, у него нету... Блин. Прикол. Я и не заметил, что у Нуби вообще ни одной гавани нету. Вау. Блять. Чики-брики, ты куда? Строго пешеэротическая танец. Конго сделка. Ты подсоединишься, чики-брики? Сейчас подсоединюсь. Блин, конечно, тут сейчас микроконтроля просто завались будет. Это мне... Хорошо, вот чувак вылетел, таймера нету. Как там Конго побеждает религией, ой, чё, культурой. Да не, он не успеет. Корей, это ты мне войну объявил или кому-то из моих союзников? Тебе. Чего? Да, ну культуру, которая напрягает. Блин, а Финикия никого не напрягает, ребята, кто-нибудь. Я так понял, Финикия чисто призвиться хочет. Я улетать не буду. Я чисто повоевать хочу.
тут сейчас несколько ходов, самолеты, зенитки, ядерка, но меня эти не вариант. Да блин, все равно не ставится, да? Что эти морские курорты вообще хрень полная. Так, подожди, это вылетевший чувак. Или он уже вернулся? Чики-брыки, ты уже вернулся в игру или еще загружаешься? Я загружаюсь. Лёш, ты сделку примешь? У тебя нет табака. Чики-брики, ты зашел? Да, я зашел. О, я тогда тебе сделку кину. А, его не забрали. Нажимайте ход. Предложение Японии. Подождите, я там ждал, когда он зайдет, чтобы ему предложение сделать. Руки и сердце. Ну, такой красавец и все что угодно. Так о чем, мы на Финика нападать не будем, потому что очкуем? Так, у нас нападай. Пока нет возможности. Я вообще тут с краю карты, я вот единственное только с этой, с Нубией могу воевать. Лучше не надо, Лёшна. Амир, повоюй лучше, не знаю, с кем-то другим. Ну, не знаю, Вьетнам там бьёть. Я просто уже в ядрах, а я их не хочу на тебя тратить. Ты на кого, на меня бережешь их, что ли? Нет. Там сверху проплыл появился. Просто получается, что ты побеждаешь с вероятностью процентов 90, если ты сейчас построишь космопорт, потому что я видел у тебя лазеры, когда я пытался что-то стырить. Ну, тырит же не обязательно открытую теху, а ускоренная тоже тырится. Кидать ее никуда нельзя в этой игре. Блин, есть, может, есть какой-то развлекательный комплекс у Нубии? Совершенно случайно нет, вообще нету. Да.
Что, больше нету театралок у него? А, вот есть. Про тайминг специально никто не напоминает, да? Я вот только ход завершил и заметил. Блин, как вообще... Я чисто буду ход тратить на управление рок-группами. Блин, а что у него был же повышен на клетках с чудесами? Это ж... Фак. Так, тут карточка. Так, а где у нас еще карточки на процент? Вообще надо какую-то из этих открыть. Ага, вот еще в спутниковом. Социальные сети. Охрана природы. Тут где-то тоже еще есть плюс 25% туризма, нет? Да. Это я уже открыл. Блин, надо демократию все-таки открыть. Ощущаю себя Польшей. Нормально? Блин, 375 туризма всего лишь. Не, это жопа какая-то. Это жопа. Слушай, японец, давай ты прекратишь послы в окон. Чего говоришь? Хватит послать послов в окон. Не хватит. А, ну окей.
Не. Походу, не победить нам тут культурой. Сколько раз пытаюсь в сетевой культуре и каждый раз убеждаюсь, что это нереально. Хотя вот 213 у... Скажите, 140... 127... У тебя что, еще идет ход, японец? Я загрузился. Ну, выходим. Эти привлеки туристов, и за счет этого мы больше, кстати, денег с караванов в Америку будем получать. Когда там у нас... Два хода, героический век начнется. Блин, я тут что-то купил. А, вспомнил. Единственный лыжный курорт могу сделать, поэтому я купил рабочего. Все загрузились. Да. Да, сейчас я ход заканчиваю. Да вроде. Давайте ходы. На тебя обустуется еще моя вера, да, японец? Вообще хорошо. Не, тут без шансов. 12 ходов это при условии, что я буду каждый ход вот так
хоть какими-то рок-группами там по 3000 туризма получать. Но не вижу, что это возможно. Честно говоря. Ну вот ни аквапарка нету, ни развлекательного комплекса никакого. Видите, пожалуйста, следующий будет с таймером. Пеньки, Алексей. Да, я хожу. Пеньки объявила войну, я так понимаю. Так, а кто кому войну объявил? Я тебе кинул. Чего вы мне все войну объявляете? Ну, у тебя культурка. Да, так получается, у нас Россия объявила войну Украине, потому что Украина культуркой побеждала? Победа 22 хода. Что, Леша? Украина культурой побеждала, да? Мне кажется, тут это как бы не пойдет вариант. Ну, походите, ребята. Я хожу, у меня, блин, этих рок-групп до жопы.
Ну вот и все, чики-брики. Ой, блядь, опять. Jim said that bees were. Серьезно? Я у тебя Окленд перекупил, всех твоих послов выкинул. И ты тоже выкинулся. Ищу, где побольше денежков Японец. Дамбу мне хотел повредить. Так, а чё, у меня Всемирный конгресс тут висит, я не могу на него нажать. Ох, японец. Делов наделал. Вообще хоть не могу закончить. Сорок один ход. Давайте я камеру поставлю, сейчас оно закончится, я надеюсь, я смогу ходить. Так, а зашел японец-то? На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут поискать прямо сейчас в плейлисте, ссылка на который в прикрепленном комментарии в описании есть. Для всех остальных оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.